система ТРО. Почему бы нам не эвакуировать Джозефа с аэропорта на грузовике? Это медленно, слишком медленно и довольно рискованно. Джозеф – это наша единственная связь по делу о похищении. Он знает не только то, как была похищена боеголовка, но он знает и куда. Черт, он даже знает серийный номер боеголовки. Он нужен нам целым и невредимым. А как я? Вот что ты должен сделать. Быстро проникнуть на батарею установок ПВО. Там ты должен найти взрывчатку и установить ее на каждой установке ПВО. Направляйся к точке встречи, а затем взорви детонаторы. Когда доберешься до точки встречи, наш вертолет сможет забрать тебя и направиться прямо на военную летную базу. Блять, уже народился, уже люди бегают, да? Тихо, блядь. Сука, а? Бля, хуя ты накоцал, урод, блядь. Половина здоровья, блядь, оставили, твари, нахуй. Я сейчас с вышки буду с калаша ебенить. Как нормальный, цивилизованный человек, я по ним. Раз. Калаш, да, тут, но... Далеко собрался, я. Готов. Хуя вас там, ребята. Бля, что на той вышке, что тут, нахуй. Ладно, хуйня. Хуёво, сохранения нету, тяжело играть будет без сохранения. Половина здоровья осталась, сука. Меня это вообще не радует никак, блядь. Бля, того бы на вышке, сука, снять. Ну, вроде готово. Блять, ну МП-5 вещь хорошая, сука, но, блять, патронов нахуй нету на нее.
Блять, а аптечек нет ли где? Хуёво. Вот тебе и с патронами беда, все пизда. М16 нашел. Где она? Есть-то, блядь. А, вот она. Подствольники. Теперь ты должен разместить заряды. Только я сначала на вышку скажу. Патроны на калаш надо взять, блядь. Да я приду сам на кухню. Заебись, чё, блядь. Нас спрашивать, ёпта. Где-то я там... Блять, там еще вышка, с вышки челика снимай, блядь. Так, ну две ПВОшки я вижу. Сука, а та вышка далеко, ебать. Где он там есть-то? Блять, я хуй дострелю до него, наверное. Ну и как до него дострелить-то? Все, да? Блять, тут двое. Где калаш, блять? Это как Half-Life, блять. Хуй вы точно всего, блядь, не знаю, на что браться. Бля, много тут это.
чувачков-то. Ладно, разберемся. Ложиться-то можно в этой игре? Я так и не понял. Где этот уёбок? Сука, самое что хуёво, их не видно, блядь. Там еще трое. В бараке тоже может быть какая-нибудь шелупонь, я не спорю, блядь. Ну а что, вышку зачистили? Приходится в упор, под конечно не прорисовывается, сука, на дальние. Готов. Если никто не вылез, наверное, никого нет. Но, блядь, надеяться на это тоже как-то глупо, блядь. То, что никого может не быть. По-любому кто-нибудь есть. Сука, аптечек нет, нихуя нет. Карта не нужна мне. Ну, грузовик это, на котором я буду съебывать отсюда. Так, может на вышке есть аптечка? Давай слазим. Патроны. Ну, максимум 128 можно забрать, и пиздец, да? Не густо, не густо. Сегодня въебем по максимуму, по этой игре будем проходить. У меня давно не было. Ну, не 5 это. Бля, вот это подстава, видал? Это я чуть не охватил сейчас, пизди. Вроде все, все.
блять, а это что за место? Тут вроде челиков нету. Я везде вроде мины поставил. Да, никого вроде нету. Ладно, что мне дальше это делать? Как прогресс задачи посмотреть? Может, грузовичок надо сесть? Не. Ну а чё, а как активировать эту хуйню всё? Бля, чуть не пойму я. Задание 1 выполнено. Направиться к точке эвакуации. А где она? Есть-то. Вот это что ли, Энка? Давай. Он, наверное, сука, отсюда пришел, этот падла. Все, да? Вообще изи. Хуй почуял даже.